Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем выживать в игре State of Decay 2. Это у нас 13-я серия. И наконец-то мы перестанем чувствовать себя бомжами и займемся этой зоной. Все, сейчас будем лутать. Для начала, ну, начнем вот с этого района, в общем, по порядку. Пройдемся. Нам срочно нужны ресурсы. Вообще всего побольше. Так, вот, а оружие у нас мало. И пока у нас есть, я смотрю, у нас положительные эффекты идут на участников. Оптимизм, прям все такие... бодрячком, но тоже есть, но это все временно. 20 минут, 13 минут. Все, я думаю, не будем не терять ни секунды и пойдем. Так, что у нас с машиной? Она вообще целая, вроде нормально все. Выживший в беде. Save you, а где ты? О, недалеко. Пойдем. Че я буду? В принципе. Ой. Теперь еще и этот. Бензин мы не взяли, да? Блин, теперь эта машина стала лагать. Че такое? Так. Может быть, что-то у нас из оружия-то ничего нет. Ну давайте. У нас есть патроны на него? 9 штук. Возьмем, типа, там, чуть-чуть пострелять, может быть, как-то так. И все, больше ничего нету, да? Угу. Бензик еще возьмем тогда, если он есть вообще у нас. Бензак, где у нас бензак? Фак. Так, что у нас там по записи все идет, все хорошо. Бензак придется здесь взять. А у нас... А, все, понял. Сори. Сейчас поедем. Буквально секунду. Так. О! Набор инструментов. А, ну он потому что есть у нас. А это что такое? Улучшить машину. Набор для улучшения тяжелой техники. Ага. Интересно. Блин, почему машина-то стала лагать? Поехали, спасем там кого-нибудь. Нам пригодятся союзники. Так, здесь... Блин, и чё с машиной-то? Алло. Что не так? Ой, что я, зачем я это сделал? Так, где они тут? Вот здесь, да? Я подъехал. Что тебе надо? Так. Не хотелось бы, чтобы это был какой-то враг. Что там? Что случилось? Что случилось? Здравствуйте. Если что... Конечно, думаю, для вас надеться. Принять охотника, собирателя группу. Блин, принять группу. Узнать больше о выжившем. И все, они просто хотят... Заводить друзей. Блин, еще пару человек взять, что ли? Later. Куда вас принять-то? У меня места нету, по-моему, в лагере. Как я вас приму, ребята?
Нужно, конечно, еще койку место сделать, да? Но нам нужны ресурсы. Сколько у нас мест-то вообще спальных? А, доступно. Доступной кровати один. Ага. Ну. Так, и чё? Смена персонажей. Можно, конечно. В принципе, кровати здесь понадобятся. Это точно. Здесь почему-то нельзя, да, крафтить. Так, соорудить защищенные кровати. Нужно 8 и 1 человек. Выживший в беде, блин, а чё? Какое-нибудь задание, может, тут дадут. Ну, одного приму, а второй пускай сваливает. Кулинария. Чужак. Это чё? Обращение с оружием. Конечно, всех примем. Воу! О, чё это такое? Фак. Надеюсь, одного убьют. Воу-воу-воу. Блин, чё это игра? А, у меня сломалось. Уф! Фак. Я поехал отсюда, давай. Садись. Блин. Сейчас машина взорвется. Надо ее отвезти подальше. Фак. Жопу этих, короче, выживших. Вернуться, так вернуться, как бы. Мне нужно починить тачку срочно. Так, хорошо. Ага, так. Сейчас, только не взрывайся. У нас там оружие сломалось. Вообще, блин, жесть. Пускай, короче, тусуется там. Я... Это, конечно, плохо с моей стороны. Но они все равно прибежали за мной, да? Ну ладно. Так, оружие ближний набор. Экстремальная ситуация. Очень прочный нож, ломик, который пригодится во время спасательных операций. Взять его лучше, чем отвертка. Возьмем лом большой. Так, и я так понял, нам все-таки надо сначала построить кровати. Пускай будут еще два чувака, зато будет возможность переехать на другую базу, когда здесь все уже будет прочищено. Это хорошо. А где у нас тут ресурсы есть? Здесь, по-моему, да? Рядом с этими выжившими. Сейчас мы аккуратненько здесь где-нибудь припаркуемся. Потихонечку будем все здесь летать. Дружище. Вот так вот. Ага, так, там. Что, ничего нету? Там типы какие-то, по-моему, куча целая, да? Ладно, не будем расслабляться все-таки. Сложность никуда не убавлялась. Отлично. Я надеюсь, найдем здесь как минимум один рюкзак с материалами.
Семена, блин. Надо, кстати, построить все-таки гидропонную установку. Так, отлично. Вообще, вот здесь, скорее всего, будет рюкзак. Или вообще ничего не будет. Да. Отлично. Так. Что там? Что там? Все нормально? Все лазит, да? Там разные типы. Так, а он же у нас может так, да, перебегаться? Ага. Отлично. О! Да, игра что-то колдует, короче, над геймплеем. Непонятная хрень творится. Там ничего, по-моему, нету. Фак, что она здесь делает? That looks like a plague bloater. Ой, plague bloater. Он прямо внутри. Угу. Да, блин, что такое с игрой? Так, ребята, ну-ка, вот так, вот так, вот так. I can't keep swinging this thing. Все, тихо вроде, да? Блин, он у меня устал просто. Я уже им как разбил. Блин, их там дофига. Еще один, да? Фак, этот. Давайте, иди сюда. Как насчет такого? Надо взорвать этого блевуна. Блин, он там прямо, да, находится. Он же взорвется, блин, прямо перед моим носом. Это сделать-то так. Hey neighbor, it's Tracy Huerta calling from down here in Marshall. I need a hand liberating some of my equipment from a few Zeds. Can you help? I'll be right there. That's good to hear. Так. Я надеюсь, это не привлекло внимание, так, таблеточки, чтобы себя хотя бы полегче чувствовать. Угу. Учебник по рукоделию. Кучу всякого хлама набрали. Но нам нужны рюкзаки. Опять это Трейси Хуерта что-то чего-то хочет. Тут больше ничего нету. I'm running out of steam. Да, надо поменять нам человечка желательно. А он у нас очень сильно устал. Но я бы еще вот этот дом посмотрел. Пока есть время. Тут 8. Там кто-то есть, да?
Так. Как бы их всех отсюда выгнать и посмотреть, сколько их. Тут двое. Блин. Ладно. Отходим. Такой вот у нас салют есть. Вон, что-то там бегают. Ну, двое только. Хотя, нет, вода из дома выползли все-таки. Так, посмотрим, кстати, что вот эти типы, что продают. Можно им какую-нибудь хрень продать. А, я не знаю, что у нас. Спирт этот понадобится, нет? Пачка семян. Химикаты, по-моему, пригодятся. Электросхема точно нужна. Ладно, зайдем посмотрим, что там из них. Кто остался-то вообще? Давненько я к ним не заходил. Может, тут уже все зомби. А, нет, еще живы. О-о-о, ребята. Здравствуйте. Я у них сейчас все это выкуплю. Блин, это мне надо. Пачка семян, спирт продадим. Мне прям это все надо. Ребята, вы мне поможете застроиться. Так, надо сейчас. Сколько там времени до нападения? Это надо у них все выкупить. Придется продать часть или что? Что это за звуки? А, она типа ходит, лутается, что ли, или что, не могу понять. Похоже на то. Фиг знает. Странное поведение, что-то с игрой как будто не то происходит. Слишком много прошел, может быть так. I'm hoping to make a trade. Interested? Сколько у меня? Why not? Блин, конечно, придется и срочно фармить. Как он там назывался? Влияние. Но. О. Фак. Прям тут кипиш у нас вообще по району происходит теперь. Все свои, да? Коллекция справочников. Ладно, блин, дороговато, конечно. Но этот материал мне прям очень нужен. Прямо очень и очень. Так, ой. Чунечка. Я зато потом к ним приеду и буду продавать вообще весь хлам. В принципе, хорошая идея. Так, все, поехали. Ага. Так, у нас еще там кто-то приехал из каких-то там торговцев. Тут шастаются все что-то. А, наверное, потому что у них нету койки места. Вот почему. Сейчас мы их построим. Так, отлично, отлично. Материалы. Вот это называется лидер. Вернулся с кучей ресурсов. Может быть, что-то другое построить. Я даже не знаю, что тут можно. Столовую, кухню, стрельбище.
Тренировка меткости плюс 20 энергии. Тренировка силы. Залог. Блин, не дают мне что-то тут. Где? Ага. Ну и что? Что произошло? Так, может быть, здесь вышку построить? Хотя... Ну, не будем отвлекаться. Вот, сверху можно что построить. Гидропонку. Ее построю. Под открытым небом надо. Вот почему. Ай, не попал, блин. Ага, убивайте их всех. Дробовик есть. А, тут зарешают, короче. Я пока... Вообще просто экшен пошел, я смотрю. Так. Что бы здесь построить? Наверное... 32. Генератор. Здесь. Офигеть. Отстрел по полной пошел. Нормально, ребята, давайте. Там. Так, надо, наверное, заказать снайперский обстрел. Пускай стреливает всех. Все нормально. Отлично. Вот здесь все-таки нужна вышка. Блин, еще одна, что ли. Так, ладно, все, я понял. Внизу поставим койку место. Пускай будет. Здесь построим. Это мы можем апгрейдить или что? Или вот это апгрейдить? Нет, надо гидропонику срочно строить. Вот здесь. Еда нам нужна. Разбить огород. Один в день. У них депрессия начинается опять. Так, почему? Один материал в день. Боевой дух плюс 10. А почему у них там такой дух-то плохой? Ага. Понятно, что-то они все у меня такие все помятые, блин. Стрельба, я не знаю, все-таки надо вот этого Адама мы обучим, чтобы мог чинить оружие. Да, вот сейчас это и сделаем. А, у него есть, ничего себе, значительно снижает отдачу, позволяя бить врага ногами во время прицеля. Все-таки обращение с оружием, я думаю, прокачаю. Да. Пускай будет. Так, и что я еще могу построить? Ту-ту-ту. Питьевая вода, блин. Заготовка мастерская алого костя 1. Ну, такого нету. Лаборатория алого под открытым небом, маленькая ячейка. Почему я ее не могу поставить?
все, у нас уже ресурсы. С ресурсов стало меньше, надо... Это я уже не могу апгрейдить. Ага, здесь тоже я ничего не могу улучшить. Все, надо переключаться нам на другого. Так, еда у нас кончается. Потеря, медикаменты. И оружие нам нужно сейчас в оружейку ехать. Чтобы крафтить. Блин, стоимость 5. Офигеть. Пригодилось бы, конечно. Ладно. Сейчас уберем все лишнее. И возьмем кого-нибудь другого. Че, ему автомат может одеть? Ништяк же, наверное. Так, открыв. Что там? Что там? Что там происходит? Третий стресс хард в фруктовой лавке у автобана. Блин, ну, она вообще думает о чем-нибудь, кроме своих дел. У меня тут тип полуумирающий. И мне надо посмотреть, кого тут надо подлечить. О, нормально. Ну что, пускай подлечится, да? Да. Полежит чуть-чуть, подлечится. Так, и возьмем Адама, да? Да. Переключиться. Адам. Отлично. Чего? Так, поднимите боевой дух. Поднимите боевой дух. Разочаровал. Персонаж. Разочарован. Это запас еды на отходе, запас патронов. Сейчас понял. Схожу за патронами. Ага, и... Блин, что я взять? Я полудохлая уже. Так. Be right back. А что у него за рюкзак? Все, нормально. Так, поехали сейчас быстренько оружейку. Шерстим и также за едой, по-моему, там надо будет, да, где-то не сгонять. Фу, главное, конечно, не спешить. У нас тут. I don't want that scream. Yo, we should take a minute and be proud of what we just did there. Я не понял. О! Okay, running on empty. Так. Выстрелил я, да, значит? Отлично просто. Фух. Там еще, блин, двое бегут. Куда они еще ездят? Что-то я понять не могу. Блин, их там дофига прям. Все-таки, наверное, лучше потратить 5 материалов и сделать 30 арбалетных стрел. Достаточно долго тратятся, поэтому почему бы и нет. Так-то, конечно, можно сейчас всех просто расстрелять, но толку.
лучше потихонечку, по стариночке. Всех сейчас почикаем. Нам надо в это здание пробраться, лишь бы внутри никого не было. Жалко, что машина чуть-чуть дальше стоит. Ладно, все. Такие вы мрази, конечно. Ай! Sure if it's dead yet. Опа. Can't do it. Блин, куда я иду? Фак. Это жестко. Там целая толпа бежала. Просто целая толпа. Да, в жопу этот автомат. Нет никакого от него смысла. Толку никакого. Только шум. И все. Какой из них там получше? Вот этот или вот этот? Темп стрельбы, сила. Бесшумность у них, все бесшумное. А, темп стрельбы вот этот медленный, но, по-моему, сила побольше. И надо все-таки скрафтить нам. Что на него крафтится-то? Этот, вот эти, да, обычный дротик. Так. Сделать предметы. Обычный дротик куда-то, да. Ага, все, есть у меня теперь. Дротики. Remember when we weren't all completely doomed? Yeah, those were good times. Блин, зря, конечно, их принял. Было же все стабильно, все было простенько. Так, взял каких-то типов и все. Almost empty on that. Сразу же какое-то странное стало. Все, кому-то что-то им все не нравится, блин. Погнали за тачкой. Seems like somebody cleaned this place. Ow. Там, да, там походу толпа прошлась. Что-то я понять не могу. Ладно. Не будем больше стрелять. С таким размахом, тем более ночь еще у нас наступила. Я бы, конечно, мог сесть в машину, но я что-то не стал рисковать, потому что они могли просто накинуться на тачку и ее просто схавать. Так, там у нас вот толпа идет, да, целая. Непонятно вообще, что им надо. Так.
Разбить огород выполнено. Отлично. Блин, и там еще паук ходит. Что-то вот эти звуки страшные со всех сторон прямо доносятся. О, это трупы, надеюсь, да? Так, ладно. Еще ни хрена не видно, блин. Так. Так, ну и чего у нас тут? Место под контролем. Они обратно сюда забрались или чё? Так, это сверху, да, получается? Фак. Что-то не нравятся эти звуки. Окей, we good. Ага, Отлично, просто отлично. Блин, стоило мне крафтить их. Только крафтишь, и сразу они находятся. Вот, и еще. Отлично, еще. Ладно, это хорошо, зато можно отстреливаться. Какие-то бесполезные предметы, да? Прямо где-то здесь, прямо очень рядом. Блин, не люблю я лутаться. Блин, еще арбалетный стрел. Сколько можно? И все чисто арбалетный. Да, где у нас пистолет? Вообще круто. Где рюкзак хотя бы один? Можно мне, пожалуйста? Это сейчас, как обычно, последним, наверное, будет рюкзак. И все. Книжки. И вот здесь, скорее всего, рюкзак. А может, вообще ничего не будет? Отлично. Ага. Хорошо, нашли винчестер. Что у нас там? Какое-то лекарство. Это выпьем, наверное. Ой, не то, ну ладно. В принципе, без разницы. Все, мы здесь все на... нашли оружие. Да, там толпа идет. Так, пойдем, наверное, скинем это все на аванпост. Ой. Фак, там еще кто-то был. Они прямо откуда-то повылазили все. Так. Поставим-ка машину здесь, может быть. Надо нам закинуть лишний хлам. Так, открыть и винтовка большой Хэнк. Никогда не клинит и не ломается.
Так, мне не нужно столько стрел. Пистолета у меня прям полно. Что у нас тут из роскоши есть? Можно пару рюкзаков продать. That is a lot to carry. В принципе. Так. Рюкзак сюда закинем. Так, здесь у нас все залутано. Блин, надо было, конечно, что-нибудь еще взять. Hey there. I got some stuff to trade. Про... How about it? Of course. Продать. Столько скопилось теперь влияния моего, причем. Что такое? Похоже, ребята из неразрывных ушли из города. Чего? Какие ребята? Они не со мной были. Так, патроны 6 единиц. Поехали дальше. Куда можно поехать? Сюда, наверное, вот в эту часть. Дэвид больше не разочарование. Хорошо, все, что надо было, мы оружие просто принести. Это отлично. Сейчас они все более-менее раскачаются, в принципе, нормально будет. Но у нас все еще не очень-то уже все хорошо, блин. Так, мало еды. Вот с едой надо проблему решить. И как, например, знание садоводства. Вот, кстати, садоводство. Мне было интересно, как его выучить-то. Сейчас мы на аванпосте посмотрим. Там вроде можно этим заняться. Вот здесь, по-моему. Так. Сейчас это мы узнаем. Там было написано, что на втором уровне можно выучить садоводство. Как это сделать? Открыть аванпост. Так, действие. Стоимость. Рабочие минус 1 за 16 минут. Получить или улучшить навык садоводства. При использовании этого объекта персонаж получает навык садоводства, если у него нет другого навыка сообщества. Если у персонажа имеется навык садоводства, то он будет улучшен даже при наличии специализации. Так, хорошо. Хорошо, тогда что? Он будет у нас учить или что? Навык садоводства. Изучить навык садоводства. Потери влияния, доступны новые объекты. Все? Я выучил его, типа. Как это посмотреть? Адам. Да, он теперь садовод. И теперь, например, вот. Еды в день на 50% за 1 час 30 минут. Пачка семян. Отлично. Переработка дает больше медикаментов каждый день. О, отлично. Эти инструменты повышают эффективность производства огорода и фермы. Блин, подходит. Так, сейчас прокачаем ее. Две еды в день, если есть вода. О, вот тут мы и, в принципе, присядем. А, нет, не сможем, да, воду здесь построить. Правильно? Да. Перегонный куб. Или нет? Вот же. Дождевой воды. Сборщикса. Отлично. Почему бы нет? Так, круто.
И мастерская. Тут необходимо улучшение. Это, видимо, задача глобальная. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Пора дальше лутаться. Вот эти дома бы посмотреть. Тут еда у нас есть, кстати. И вот здесь можно ресурсы найти. Здесь и здесь. Надо сверху. Ну, короче, сейчас вот так вот вправо просто дадим. Чуть-чуть проедем. Здесь, походу, можно что-то серьезное. Тут, блин, джиггернаут где-то тусовался. Так, у нас торговец там был, что ли? Ага. Вот так вот. Давайте, ребята. Кто там стреляет? Отлично. Сейчас здесь посмотрим, что у нас здесь имеется. Кто-то там стреляет. Убил. Да. Опа, тут еще парнишка хочет чего-то. Ага, еще один вылез. Да, их тут. Блин. Куда они идут? Блин, еще один. Еще один, да? Блин, лишь бы эти не заагрились. Такое чувство, что идут где-то рядом. Я надеюсь, что нет. Ладно, вроде все вышли или что? Вроде нет, тут еще кто-то есть. А, его-то, наверное, так убьем. Чтоб вообще... Отлично, все, теперь перестанут тут появляться зомбики на время. Okay, I'm not exactly in trouble, but if anyone out there wanted to lend a hand, I wouldn't say no. Роуз, незнакомец, блин. Что-то мне не хотелось бы куда-то там сейчас ехать. А как насчет того, чтобы... А, вот они ставят, да? Отлично. А, посеять, посадить, как там, увеличить урожай. Отлично. Что такое, кто там? Так, тут вообще какой-то банк. Это что такое? Это банк, что ли, или почта? Больше на банк похоже.
Хоть деньги мы нашли, что ли? Болты одни. Буду знать, что здесь ничего толкового нету. А, так, ну вот следующее, вот в это здание заскочить. Плюс вот полезно бы в тачках порыться. Почему бы и нет? Нужно инструменты же найти, да? Бензак тот же самый. Алкашка тоже подходит. Тоже можно полутать это еще здание. Ой, точнее, багажник. Так, хорошо. Здесь можно найти еду. Чего мне там не хватает? У меня... У меня с едой, по-моему, да, проблемы. Огород 1.5. Потребление 12 еды в день. 12. Жесть. Ничего, блин. Locked up tight. Так. Ладно. That was graceful. Кто там стреляет? Так, и чё там? Блин, там кто-то долбится. Ломится, да? Они проломились. И что в итоге? Ну и что они? Опа, это собака. Да, это собака. Собачка. Собачка, ты где? Давай за мной. Собачка. А чё он не умер? Давай, давай, иди сюда. Ой, джиггернаут, что ли? Так, это уже интересно. Чё они там делают? А, бежит, да, за мной? Собака, иди сюда. Какая-то, походу, чувствует, что это замануха. Не едет, не идет за мной. Ни хрена мы не собрали. I'd like to follow up on a topic we were discussing yesterday. Project Osiris dispatch. Mayday received. Credentials check out. Еще одно скопление обнаружено. Damn it! Can't you see this conversation is for grown-ups? Osiris, realign. Actually, I tell people to fuck off way less often these days. Как его изучить? А, вот же можно его, блин. Зачем я, блин, потратил, когда можно вот книжку просто взять и выучить, да? Он же у меня типа. It's gonna come in handy. Да.
так вот качаются у нас навыки. А, полезная бы штука была сейчас. Посмотрим, сколько стоит улучшить. 25 материала. Улучшить магний центр. И еще один аванпост занять с оружием, наверное. Так, у них вроде бы какая-то уверенность появилась. Вроде как работа у нас тут растет. Здесь еще все строится. Ага. Семян у нас, благо, вроде хватает. Да, нормально. Кто у нас тут есть? Ой, так. Ну, он вроде еще не устал. Сейчас пойдем еще, зайдем вот в это здание, да, вот сюда. Вот эти здания бы полутать. Вот эти. Выйдем и обратно заедем. Так, меточку поставлю. Это вот получается у нас поедем туда, где вообще все началось. В плане игры, то есть не второй части, а именно первой, где была вообще первая база. Так, а у нас что тут так громко все орут? Что-то народу много. Что-то я проехал. Смогу ли я вообще тут поехать? Помню, тут ограждение было. У нас слева можно было проехать. Ага. Так. О! Можно было, но только, блин, в первой части. Джиггернаут там тусуется. Фак. Тихо. Бегит, бегит. Давай подбеги сюда, я тебя убью. Или нет? Здесь у нас уже что-то залутано, что ли, все. Здесь, наверное, будет рюкзак с материалами и все. Пипец, вообще ничего нет. Печально, печально. Так, ну что, в дом зайдем тогда. Locked up tight. Блин. Так, через центральный надо попробовать. Нуждающийся человек. Ну, блин. Ребят, ну, вы чё, совсем? Куда я вам там спасать еще, блин? Я так занят был. Что это за звук? Ага. Ох, как же я ненавижу эту ночь. Когда же будет светло. Кто там стреляет? Здесь вроде никого нет.
Вроде тихо. Ага. Отлично. Так, а чё? Что у нас по барахлу? Компонент. Ладно, да, нам надо все-таки поторговаться. Дорого, конечно, покупать за 175. Ну ладно, у нас с едой, конечно, жопа. Как бы поднять нам. Ага, отлично. Вода появилась. А аванпост у нас можно же еще улучшить, да? 10 2000. Увеличивать производство еды в аванпосте 3 раза. 3 раза это сколько получается? 4. 12 будет или 6. Понятно. Хорошо, значит, компоненты мы только тут находим, ничего такого. Типа, изнутри можно открыть, да? Да. Так. Здесь у нас все уже есть. Так, у нас был топливо, да, поискать еще. Там у нас стоит скример. Убьем его и на заправку заедем. Блин, там дофига зомбаков. Так, че, как он? Это не... Нет, это не скример. Где-то... А, вот он. Готов. Отлично. Вот это вот рысканье в кустиках вообще страшновато звучит. Ага. Так, отлично, отлично. Пригнать тачку туда, что ли? Сначала разведаю, а потом пригоню. Так, ну что же, у нас вроде бы как рассвет намечается. Там вроде толпа тусуется. Да, посмотрим, что тут у нас есть. Блин, их там, в принципе, по чуть-чуть, но они везде есть. Оп. Побежали, побежали, побежали. Я не знаю, кто это, но... Дружище. Занимаешься какой-то хренью. А, это эти двое. О, жесть, сколько их. Офигеть, они все вылезли оттуда, да? Так, надо их отсюда увезти. Ребята... Развернуться бы. О, вот это вообще опасная хрень. Сейчас бы они залетели на меня. И все, до свидания. Фак.
где эти типы? О. Так, собака, вот она здесь тусуется, да? Чуть-чуть приманить, пускай. Две собаки, отлично. Под рассвет нашли двух собак. Ребята, отстрел, пожалуйста. Ребята, кто-нибудь есть на базе вообще, блин? Отлично. Как насчет того, чтобы отстрелять их? Будет бесконечно ездить с собаками, блин, на хвосте. Жестко, блин. Сейчас бред вообще какой-то. Ай-яй-яй. Так. Кот снова, да, по-моему? Дурак, блин. Как они достали? Что происходит? Почему они здесь тусуются? Так, ладно. Фух. Съездил я, блин, полутаться. Так. Че, у нас тут ничего нет. Опять дверь сломали. Я надеюсь, они убили этих псих. Хочется на них попадаться, особенно когда двери нет. А, он вроде чуть-чуть подустал. Может быть, его заменить нам? Фару-то надо выключить. Fighter Gym, ты чё? Да, ну такое себе местечко, конечно, поспать. Тут его нельзя. А, две кровати только добавляю. У нас зато 6 человек получается уже, да? Так. Да. Устал у нас этот пупок. Мне интересно, если повысить. Как это выглядит у нас? Ага, вот водичка у нас есть туда. Отлично, отлично. У нас все уже собирается, да? Так, плюс 2 еды в день. Если утратит доступ к воде, будет работать так же, как до улучшения. А вода же есть, вот же вода. А, действие. Вода на всей базе 1 час. Отлично. Так, скажите кому-нибудь налить бочки воды и распределить их по базе, чтобы обеспечить всех водой на какое-то время лучше. Навыки инфраструктуры. Угу. Отлично. Воды достаточно включено. Вот, теперь показывает, что у нас тут есть вода, а это значок электричества. Угу. Плюс 2 еды, то есть будет 4 еды в день. Все равно этого мало. Блин, не работаю на еду, походу.
Так, а здесь у нас что? Туалет. Боевой дух плюс 10 на 31 минуту. А он у нас вообще, получается, потребляет один материал в день. У нас получается, так, как тут у нас, патроны 1 минус 1 в день. Медикаменты, медпункт тратит 2 в день, а ванпост плюс 1 дает, то есть мы в минус идем. Материал у нас минус. Туалет, да, что-то не знаю, как это. Это какой-то баг, наверное, с переводом. И вышка снайперская, то у нас плюс 1, значит, у нас минус 1 все равно. Так-то бы, конечно, улучшить аванпост, чтобы хотя бы капало по чуть-чуть. Угу. Престиж. Ну и что у нас получается? Да. Все-таки нужно еще один аванпост ставить. Да, еды у нас минус 6 получается в день. То есть аванпост дает 4, огород плюс 2. Ну, уже получше. Получше, получше. Ну, лишние у нас, да, лишние пока что люди. Не рассчитывал я на них. Я вообще на них не рассчитывал. Я думал, максимум одного еще взять. Не двоих же. Так, ладно, надо сделать перерыв и продолжить как раз, чтобы больше дневного задеть и дальше нам долутать эти здания. Только что-то вот я не знаю, что мне с джиггернаутом делать, с двумя джиггернаутами. Фак, надо как-то их отсюда увести, что ли, куда-то. Мне надо добраться вот, не знаю даже, что здесь еще можно налутать. Надо здесь все прошерстить. Так, чтобы что там дополнительно. Штурм амбара. Задание Трейси. Штурм амбара она хочет устроить. Отлично. Да, может быть, съездить. Что у нас надо, чтобы улучшить аванпостик? 800. Удваивает производство материалов на аванпосте. То есть будет плюс 2. Да. Интересно. Здесь, в принципе, можно это по КД делать. Чтобы боевой дух у нас хотя бы увеличивался. А, койка, место. Блин, так. Парковка. Ничего не поменять. Медикаменты минус 2. Улучшить нельзя. Здесь тоже ничего не улучшить. Тоже не улучшить. Так, а здесь у нас тоже ничего. Снайперская вышка. Нет, ну, кстати, полезная вещь. В плане то, что дает. Так. Ага. Стоимость 5 оружия. Дополнительное снижение уровня опасности. То есть, если еще один аванпост взять. То есть, например, вот этот. Блин, я не знаю, вот материала вообще не хватает. Как-то мне бы, конечно, оружейку лучше захватить.
было бы полезно. У нас тут вообще целая толпа тусуется. А вышка снайперская, да, максимально неудачная какая-то мне показалась. Что-то такое все. Я думал, хотя бы выше бы было, что ли. Вот этих ребят они там не видят. Понятно, понятно. Ладно. Хорошо. Продолжим в следующей серии. На этом все. Надеюсь, вам сильно не заскучали. Ну, да, как-то у нас тут все равно. Я думал, будет легче. Не намного легче, но... Да, прибежали, блин, джиггернауты. Вообще хрень какая-то творится. Постепенно, да, все-таки продолжим еще. Здесь все залутаем. И, в принципе, мы сможем потом... Так как нас уже 6 человек, но у нас нету у нас, вот сюда можно 4 парковки промышленные. Что там нельзя посмотреть, да? А, ну тут, блин, эти надо долбить и здесь, да. То есть просто так не переехать. Феррелл под конец прибежал, смотрите-ка, сам захотел. Вот он прибежал к нам в гости. Где он? Ага, мочит его, да? Давай с дробаша. Убили? Какие молодцы. Вот, все. На этом все. Спасибо за просмотр. Понравилось видео, подписывайтесь на канал. А мы продолжим уже в следующей серии. Всего доброго. До свидания.